Смотря кого вы хотите обидеть. Так, и я потом пилоту не советую. Вер, смотрите, сейчас будет тросик натягиваться. Так. Чуть-чуть поупираемся. Я скажу, побежали, побежим за тросом прямо. Вот просто так стоим. А ножку вперед и сопротивляться будем, ага. Просто поднимать или бежать? Нет, просто упор. Но одну ногу вперед и на нее уперлись. Поставили. Да? Не-не, чуть-чуть полшага вперед на одну ногу и стоим. Ребята. Тандем готов, пошел активно. Когда скажу бежать, побежим просто. Взлетим и сядем в подвеске. Пока спокойно, настроились. Стоим прямо, сопротивляемся тросу. Побежали. Это у кого свадьба? Аккуратненько. Ага. И стоим. Какая прелесть, вы просто. Давайте чуть-чуть вперед и назад шаг. Все, я поздравляю. У вас настолько классно, это профессионально. Вы сколько раз уже поднимались? Да мы уже не считаем. Да? Мам, спасибо вам огромное. Это просто нечто вообще. Вдохнуть этот воздух. Приезжайте, отдыхайте. Да точно приедем. Это у нас как бы такой экспромт. А у вас только на параплане, да, или еще? Да, на параплане. Спасибо. Все, давайте. Огромное. Рад, что понравилось. Очень супер. Приезжайте. До свидания.